Нуриевы не скрывают радости. Семья, где растут двое мальчиков, о своей квартире мечтала 10 лет. До этого жилье снимали, теперь будут платить за свои квадратные метры. Мне эта комната очень понравилась. Тут будет кровать, тут игрушки, а тут телевизор. Ровно месяц назад о соципотеке для молодых Нуриевы узнали из соцсетей. Тогда новую программу утвердил президент Рустам Миниханов. Количество желающих воспользоваться возможностью только за первые 2 недели работы программы дошло до 500 семей. Ключи получили. Я даже, если честно, до сих пор я не понимаю то, что... Все уже. У нас есть своя жилплощадь, что не надо снимать, что можно наконец-то обустраивать, да, вкладывать. В Нижнекамске для молодых семей целый новый район. Это 9 многоэтажек. Продумана и инфраструктура. Детские сады, школа – все в шаговой доступности. Порядка 50 обращений на сегодняшний день уже есть. Порядка 15 семей уже в процессе, скажем так, собирают документы. Я надеюсь, что в ближайшее время они до конца их соберут, и мы их поставим на учет. Согласно программе, место работы супругов теперь не имеет значения. Но есть условия. Возраст одного из супругов не должен превышать 35 лет. Заявитель должен быть прописан и работать в Татарстане. А на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 квадратных метров жилья. Обращается в исполнительные комитеты, собирает пакет документов и получает жилье в рамках соципотеки по льготной цене, на льготных условиях. Также имеется государственная поддержка в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка в семье. К примеру семьи Нуриевых уже последовали 800 молодых семей Татарстана. 10 из них уже включены в реестр Госжилфонда. Остальные находятся на этапе рассмотрения. Алия Хайрудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.